Знаете, это мне Олимпиада в Сочи напоминает такие великие советские стройки, когда вдруг какой-то лидер государства решил увековечить себя в памяти, и вся страна побежала что-то масштабное, великое строить и делать. А то, что на этой Олимпиаде уже украли все, что можно украсть, и по нескольку раз, это не вызывает сомнений, это даже Путин признает, что эти стройки в 10 раз умудрились удорожать перед первоначальной стоимостью. Я знаю, что уже даже есть такие шутейные букмекерские ставки, например, испортит Док Умаров Олимпиаду или нет, там будет там кризис там или нет, войдут туда там какие-нибудь, пройдут там террористические акты или нет, я не знаю. Вот если это для престижа страны, то я не знаю, для кого этот престиж сейчас, потому что по всем мировым вопросам Россия сейчас оппонирует Западом и с Америкой. То есть перед кем они пытаются показать это, свою способность создать самую дорогую Олимпиаду? Она ведь летом, да? Олимпиада зимняя и в Сочи, да? Ну, вообще, то есть отлично. То есть я не знаю.